одностатеві шлюби в Україні відтепер можуть стати реальністю. Омбудсмен з прав людини Людмила Денисова виступає за прийняття законопроєкту, який передбачає адміністративну відповідальність за неприйняття одностатевих відносин. Також вона вимагає від Кабміну розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроєкти про легалізацію одностатевих шлюбів і дискримінацію ЛГБТ-представників. А що з цього приводу думають наші народні експерти? Ходімо, дізнаємося. Ну, нельзя, если человеку не хочется женщину, а что-то другое хочется. Ну, живут же на Западе так. Вот эти такие, которые и детей усыновляют, и ходят с ними, и гуляют, и так далее. То есть пусть легализируют? Конечно. Что человеку хочется, пусть все он и делает. Только чтобы было по закону. Негативно ставлюсь. В Украине хотят легализировать однополые браки. Как считаете? Я против этого. Я буду их закидывать коктейлями Молотова. А почему против? Ну, потому что, посмотрите, вот какой они пример подают подрастающему поколению. Вот, например, вот как дети на это будут смотреть. Это ж ужас. Но я считаю, что это печальная история в нашей стране, что это не стоит легализировать. Ну, никак. Хорошего нет ничего. Ну, ничего не поделаешь, если такие люди есть. Куда їх дівати? Ну, хоча можна їх поняти. В Україні хочуть легалізувати одностатеві шлюби. Як вважаєте, чи потрібно і взагалі як ставитися? Можна. Ну, можливо, потрібно. Це вибір дорослих людей. Це діло кожного. Да. Тому, якщо хочуть, то пускай. Ну, як мені, так це не дуже. А чому? Ну, мабуть, я просто другого покоління. Ну, кожен сам рішає, як йому жити. Да, то же самое. Я считаю, что другие люди не в плане, да, не могут как-то вмешиваться в жизнь других людей. Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до одностатевых стосунков? Вот это вообще дикость какая-то. В Украине хотят легализовать, ради бога, дозволить одностатеві... Это дикость. А чему? Я не знаю, чем, но я не поддерживаю это. Не потребно. А чему? Не знаю.